Привет, ребята! Продолжаем проходить метро. Прошлый серебро, капец какой сложный. Эй, Рот Красный, выходи! Стреляй быстрее! Эх, зря. Видишь вражину, всегда стреляй. Так, ну что здесь? Такс. Это что, фашист? А, это... Господи. Это у нас никто. А что так долго? И где Павел? Неужели он... Ладно, об этом потом. Положение ухудшилось. Фашисты просто заполонили станцию. Тебе придется действовать одному, простите. Блин. Выруби генератор, в темноте будет легче убить охрану. А, вот, возьми. О, смотрите. Тебя в заброшенном туннеле к поезду. Это этот. Винтарис. Винтарис? Или что это за хрень такая? Похоже на... Хотя на хрен знает, на что это похоже. Непонятно, то ли это вау, то ли это какая-то другая шняга. Похоже, конечно, на вау, честно говоря. Причем именно на вау, хотя не, на винтарис больше похож. Вау, прикол другой, совершенно. Мать твою! Вот это да! Вот это я сейчас охренел! Просто охренел! Честно, вот, не ожидал. Вот это, блин, сюрприз был, а? Вот это да! Охренеть. Ладно, погнали дальше, чем. Так, здесь у нас нет ничего. Кстати говоря, вот интересно, а если я, допустим, сяду под сосульку? Вот оно как, да? Так, ладно, погнали. Чертов прожектор, а? А, это не прожектор, а ты этот, как его? Ай. Это, походу, какое-то отверстие сверху. Да, блин, не, не то. Да сними ты его, черт возьми. Давай. Fire in the hole! Граната пошла, чуваки! Давай, да, dance! Пир-пир-пир. Все, тишина. Словно тень. Хотя ни хрена это прожектор. Вот сфуч такая. Сколько раз в него стрелял, так нифига и не разбил. Нифига себе, балка какой. Фиганули, а? Неудивительно, что я чуть не сдох. Я, кстати говоря, реально думал, то, что все, меня типа фиганули, я сдох. Все. На самом деле не, выжил. Чувак, выжил. Выносливый у нас чувак. С такой граммовой доской по башке прилетел. Ничего, нормально. Живем. Все бывает в жизни. Что это такое было? А, понятно. Типа затушили. А теперь давай разожжем. Что это такое? Какая-нибудь шняга для переговоров. Мы все носим броню, снимаем бронежилет, раздеваемся догола и все равно остаемся в панцире с головы до пят. Мы боимся раскрыться перед другими, боимся показать свои чувства. Боимся, что другие догадаются, что мы думаем, и прячем свои лица под противогазами, но под резиной тоже маски. Ульман, Балагур, непробиваемый оптимист. Я видел настоящее лицо. Только когда убили его боевого товарища. Смертельно усталый, почти отчаявшийся, вот каким он стал. Всего на секунду. А секунды позже он снова нацепил свою броню и снова стал весельчаком. Я не стану лезть ему в душу. В метро это не принято. И я никого не пущу в свою. Так, опять надо шарнуться по веночке. Потому что у меня там опять со здоровьем проблема, так сказать. Да, ладно. Вперед. В бой, братья. Аллаху Акбар. Да черт возьми. Дай. Как больно-то, а?
Hello? Я на посту, все в порядке. Я споткнулся, упал. Блять! Я не то кинул, ребят. Вот как вот так вот, блин, у меня же был нож выбран. Я походу как-то туда нажал опять, черт возьми, ладно, черт с ним. Там-там-тарам-там-тарам. Опанки. Вот я спалился опять. Давайте попробуем кого-нибудь ножом замедленно убить, нажать. О, отлично, прям башку попал, видали? Круто. Удачно так попал. Прям щи ему. Пошли к черту. Стелсить еще с вами, так сказать. Надоело. Будем убивать всех и все. Врезать. Резать как свиней, как свиней. Как свиней, сволочь, слышал? Как свиней. Бил. А, больно. Вот дерьмо. Мужик, не надо. Ну-ка, муняга. Пим. Давайте натянем. Так, а один, судя по всему, у нас по звуку внизу, как раз таки. О, ублюдок с гушаком. Ну, а наставим пока этот вал. Опять не ту нажал. Какой я молодец. Постоянно путыкаешься. Так, достаем фонарь. Заряжаем. У нас батарейка садится, так сказать. Аккумулятор. Дюрасел. Боже мой. Сколько звуков-то вокруг, а? Вот так. Ах да, ТВ. Да. Не, могу, конечно, в открытую, но... Так веселее. Ну, я тебе. Попробуем так, чё? Где у нас здесь? Иди сюда, чувак. Иду тебя, иду к тебе. Так, один готов. Так, еще один здесь у нас, да? Лови! Отлично. Походу все, судя по тому... О, что это такое? А, смотрите, кстати, это, по-моему... Ну-ка. Бля, где это говно? Вот оно. В принципе, то же самое, только с прицелом. Я так понимаю. Ну, только мне кажется, это нифига не вал. Не винторез. Вообще не знаю, что это за автомат. Посмотреть потом. Мне кажется, это нифига не оно. Какой-то другой автомат. Такс. Подбираем все. Всех обыскиваем. Воруем нахер. Все, что есть. Что у нас здесь? Ничего. Стой, кто идет? Так, там мы все обыскали. Пусто. Пусто. Кстати, можно попробовать вот так вот пройти. Вдруг мы что-нибудь найдем. Здесь у нас нет ничего. Не знаю, зачем я сюда полез, на самом деле. Чисто по приколу. Хорошо. Так, на зажигалку это достается. Господи. Не зажигалку достать надо. Хочу задание посмотреть. Боже мой. Все забыл. Так. Черт. Может на М? Нет, нифига. А, да. Блин, нифига. Он просто зажигалку достает. Я просто еще хотел это достать. Списочек. Так сказать. Заданец. Позыркать. Так, ладно, мы все равно не все обыскали. Тут еще куча секретиков валяется, да? Угу. Слышали, да? Кто это у нас здесь? Какого члена кто-то здесь мымыкает, а? Кто-то еще жив? Чё за подвал такой?
Нифига себе. Горы, горите, пауки. Ужасной смертью. Ну, слышали, да, опять? Так. Ну, там у нас еще один вход. А, нет, это... Ну да, еще один вход. Что в итоге? Что в итоге? Сейчас, по-моему, кто-то попадется нам. Смотрите-ка ты. Значит, нам туда все-таки, а? Обалдеть. Так, ладно, значит, нам можно сходить. Куда я не пошел. Тогда. Потому что я думаю, что там выход. Ключик. Ключак, ребята, ключак. Так, здесь по-любому где-то сейф. Скорее всего, вот здесь. Я иду по вашу душу, ребята. Иду. Че, здесь нет никого, что ли? Ну как так? О, зато есть сейф. Итак, что у нас в сейфе? Давайте смотреть. О, смотрите, здесь можно, оказывается, эти еще открывать. Здесь два сейфа? А, господи, здесь три сейфа. Даже четыре. Правда, он открыт. Бля, вот закрыт, слушайте, вот дерьмо. Получается, здесь еще один ключ должен валяться, что ли? О, аптечка валяется в помоях. Закопана в земле. Так, короче. Получается, надо искать еще один ключ. Если найдем, то возвращаемся сюда и... пробуем открыть эту хренотень. Одна пуля, а? Ребята, одна пуля. Вы можете такое представить? В целом рожке одна пуля валяется. Это же вообще... обосраться можно, а? Слушайте, куда я пошел? Я, по-моему, здесь задыхаюсь. Да. Здесь так воняет говном, потому что у нас главный персонаж. Ух ты, мать твою. Быстрее, 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 ключ. Ой, кажется, что-то сейчас будет, а? Еще патрон у меня есть. Ой, мать твою, вот это срань, а? Так, ножи у меня на готове. Что-то у вас в неудачном месте база, ребята. О, отлично. Фильтры. То, что надо обрубить это говно. Я его никак не обрубишь. Ну ладно. Провода у нас в воду не попадают, так что не страшно. Куда мы идем, а? Кто-нибудь может сказать? Вот куда мы идем? Я вообще не понимаю, вот куда мы идем, ребят? Туда пошли, там КТ. Сюда, Паш. Это вражина? Да, это вражина. Блин, короче, идем назад. Идем назад, открываем сейф. И потом идем опять сюда. Слушайте, даже как-то все запутано немного, все, если честно. Я даже удивлен. Отлично. Погнали. Так, все. Как у нас здесь давленница? Давайте охуяк, схуяк. Еще раз так. Опс. Ножик прилетел, чувак. Оп. Я вернулся. А, все понятно, что это за место такое. Обалдеть. Ну и лабиринт, а? Самый настоящий лабиринт. ДЦХ. Так, надеюсь, этот уважаемый труп теперь был здесь один. О, прикольно, кто-то еще есть. О, крыса, да, крыса. Еба! Ужас! Ах ты, сволочь, умри! Отлично.
Слушайте, какого хрена? Куда тогда вел тот коридор, мне интересно. Очень интересно. Подстрелил-то меня, козлина. Валим отсюда к чертовой матери. Пусть они пока успокоятся, устаканятся здесь все дружно. Потом вернемся. Так, ладно, погнали смотреть, что у нас за этот проход такой был второй. Где тоже контрольная точка была. Просто интересно. Так, бежим. Нам, по-моему, надо в подземку опять. И там какой-то коридорчик будет. А, нет, стоп, нифига, не подземка. Нам надо вот сюда. Точняк. И... кровать. Так, боеприпасы. Ох, нифига себе, сколько всего. Так, окей. Погнали смотреть, что у нас там за место такое. Может, это второй вход в этот зал? Слушайте, так и есть, кстати, походу. Гандон вонючий, прячется, сволочь, а? Эта крыса только способна прятаться. Эх, упс, промахнулся. А еще раз. Опа, еще раз промахнулся, дай. Еще разок, давай прям в щи ему. Давай, в замедленном действии, да. Опа-на, динамит полетел. Вот и все. Пиздец, да. Больше не стоит так делать. Пламя зажигалки указывает путь. Просто в оригинале был компас. В обычной версии. А здесь, походу, вместо компаса пламя зажигалки. Интересно. Очень. Банзай! Ниндзя. Обалдеть. Меня еще ниндзи называют. Капец, я тут в открытую бегаю. Так, опять фонарик у нас садится. Так, ну-ка. Уважаемая, делитесь хабаром. Столько всего валяется, и это подобрать нельзя, потому что я этим говном почти не пользуюсь. Например, зажигательное я им почти не пользуюсь. Эти ножи тоже я подбираю потом постоянно. Нету ничего. Ничего. Так, ладно. Посмотрим еще разок все повнимательнее. Да. И свалим нахер отсюда тогда. Тут что у нас? А, понятно. Так. О. Кто-то решил трубы починить. Походу дела. Нифига себе. Я так понимаю, это выход. Типа. Был. Пока не это... всяким хламьем не замулили, так сказать. Чтоб никакая тварь сюда не побралась. Эники, беники, давай. Спецназ. Токийский. Ой, опять куча говна, а. Ну ничего, я противогазе. Пахучее говно мне не помеха. В одной руке автомат. Ух ты, мать твою. Так, ну давай. Эй, тин-дин. Надо обезвредить эту фигню. Ну, вот, считай, обезвредили. Правда, получилось не очень удачно, но... тем не менее... тем не менее... давайте пробежим. Да, оп. Нет, ничего. Так, отлично. Так, все. Ой, смотрите. Какая прелесть, а. А ужас какой. Эти пауки вонючие.
Боже мой, там жевать-то даже нечего, что они на нем сидят-то? Тут, здесь вообще ни мяса, ничего нету. Так, врубаем генератор. Что это мы сейчас... Чё-то не понял, чем только что сделали. А, нет, мы наоборот врубили, по-моему, не? Они вырубили, да, врубили. Оказывается. Я-то думал, нам его вырубить надо, типа, чтобы потом всех прорезать. Метро отучает людей верить в чудеса, зато учит жить без надежды. И все же иначе, чем чудом, я не могу объяснить даже себе то, как пробрался сквозь заполненный фашистами лабиринт черный. Меня будто вел кто-то. Может быть, неистребимая моя идиотская надежда? Может, сама судьба? Кстати говоря, реально, здесь такие лабиринты дикие. На этой станции... Так. Какой-то хоррор уже пошел конкретно. Сейчас прям черный выскочит, за жопу схватит, скажет. Ага, сволочь. Ну прям по... Боже мой, опять. Ну и чё, автомат у нас в руках. Если чё, прям очередь ему в щи. Так фигакс. И капец ему. Надеюсь. Так, у нас опять эти патроны это заряжены. Это что ж такое, а? Артём, братишка, ты это сделал? О, братан, йоу! Йо, братан, братан, братишка. Залезай. Окей. Погнали. Ладно, погнали. Залезаем. В эту карету. Скоро мы будем в полисе. Да, я так понимаю, полис это тут здесь самое такое густонаселенное. Просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что-то страшное. Короче, это по типу Москвы вражки. Самый населенный город, так сказать. Самая населенная станция. Мы слабы. Мы умрем. Вау. Ужас. Куда я попал? По-моему, я обкурился. Обдышался говном. Слишком поздно, надел противогаз, короче. Даже если отец и мать ненавидят и бьют чадо свое, чадо любит их и старается понять. Мы любим вас и хотим помочь. Что-то не верится, бля. Что он делает? О! Беги, вау, вау. Артём, беги! Вау, 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 вау. Да, может остаться? Попробовать. Давайте попробуем. Давайте попробуем, посмотрим, через это выйдет. Здорово, красавчик. Все. Страшная вещь, да. Но на самом деле она не злее, ну, скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Мы, наверное, как стрелок сейчас сидим. Тут небезопасно. Когда он сказал, типа, я хочу, чтобы зона исчезла, то же самое. Не? Слушайте, я не сдох? Сдохну. Прикольно. Трудно описать, что я чувствовал в тот миг. Я падал с ног от усталости. Я думал, я сдохну, реально. Мог сдержать улыбки. Я справился. Я доставил послание Хантера в полис. И теперь... Судьба моей станции в моих руках куда более сильных, чем мои собственные. Я выполнил свою миссию. Хм, странно, короче, как-то получилось, но ладно. Ох, мать твою. Обалдеть. Не двигаться! Назовитесь! Спецназовца. Мы фашисты, приехать захватить ваш станция! Ульма, ты что ли? Повезло тебе, что Иван Петрович тут нет. Он бы твоего юмора не понял. А это кто с тобой? Парнишка с северных границ. Веду его с черной. Ну ладно, проезжайте. Обалдеть. Хм. А эта станция целехонькая. Мутантов здесь не видно. Трупов даже не видно ихних. Значит, не нападают. Обалдеть. Круто.
Нифига себе, какая тушняк стоит. Оху. Бункер. Целый, ё-моё. Обалдеть. Вот это да. Это как Welcome to Moscow. Вот реально прям самый такой населенный пункт, так скажем. Постоянно на язык тянется сказать город. Но здесь не города, здесь станция, блин. Все, приехали. Супер. Ладно, пошли. Да. Нормалек, нормалек. Так, что здесь у нас? Что там понаписали, нам трудно описать. Ай, понятно, короче, все то же самое. Хватай су... А, это не сумка, это какой-то чувак сидит, ё-моё. Оказывается, какая-то сумка стоит, а это чувак, оказывается. Хаскай, хватай, бей! Здорово. Сколько себя помню, мечтал попасть в полис. Человек от зоо беспросветной подземной жизни мельчает, звереет, дичает. И только в полисе ему остается оставаться похожим на тех великих людей, которым удалось покорить целую планету. Полис — последнее пристанище ученых, профессоров, артистов. Всех, кого на остальных станциях сочли бы никчемными дармоедами. Последняя цитадель культуры и цивилизация. И еще по легендам, там круглые сутки горел электрический свет, совсем как это было в нашем невозвратном прошлом. И полис не подвел меня, не обманул моих ожиданий. Огромный, сияющий, вычищенный до блеска. Настоящий подземный город. Его 4 станции, соединенные в едино, напоминают залы древних храмов. Из книг по истории, просто находясь здесь, ощущаешь какую-то необыкновенную энергию. Начинаешь верить в то, что человек еще сможет однажды подняться с колен. Если есть во всем метро кто-нибудь, кого может спасти ВДНК от нашествия черных, таких людей я смогу найти только здесь. Отлично, 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 отлично. Че у нас здесь, чувак? Ой, мыльцо какое, ой, фу. Добро пожаловать в полис, о. Капитан Краснов. Вы к нам издалека, да, молодой человек? Откуда именно? Он с ВДНХ. ВДНХ. Что же он сам говорит, не может? Да мне просто. Слушай, капитан, парень впервые. Я просто скромный. Тебе лучше не знать, через что он прошел, чтобы донести послание Хантера Мельнику. Так что давай без этой твоей фигни. Ладно, ладно, переодевайся. Вот одежда. Вы можете оставить свою амуницию тут, ничего с ней не случится. Ты передохни пока, Артём, а я разыщу Мельника. Надеюсь, он не на задании. Да, Ульман, и не забудь поскрести себе спинку в химическом душе. Нужно деактивироваться. Да не забуду, не забуду. Забудешь с тобой, как же. А то смотри, двухголовые детишки родятся. Идиот. Так, шоу. Здорово. Хельсинг. А, это уже не Хельсинг, это какой-то велопал. А, этот револьверный дробовик. А, понятно, что это такое. Хотя нет, непонятно, ни хрена. Калаш какой-то новый. Ни хрена себе, бля. Что это за калаш такой? Берешь и стреляешь. Красивый калаш. Очень красивый, да. Так, ладно. Что-то у тебя вообще оружия никакого нету. Хрень какая-то. Так, ну, чё, давай, чё у тебя новенького есть, нет ничего? Оптика. Я. Полковник, докладываю. Вольно. Чё так? Я Мельник. Бля. Рассказывай. Отстань, мужик, я шоп, шиппингуюсь тут. И шоп, обновляюсь, так сказать. Я даже не знаю, что поставить, блин, вот реально. Вообще ничего нового нет, вот на револьвер, по крайней мере, точно. Здесь всё уже, что можно, поставлено. На это... Господи, опять не туда нажал. Оптика. Ну, давайте поставим, в принципе. Да, обычный коллиматор поставим, да и... Хрен с ним, как говорится. Ну, можно глушачок поставить. Все равно кры... Ой, господи, крышек. Ой. Fallout переиграл. Этих-то хренища патрончиков. Можно, так сказать, побаловаться себе. Это посмотрим, что это за говно такое. Блин, оружие доставать нельзя. Так. Боеприпасы.
Можно эти продать, их все равно хренище. Так, стоп, нет, куда там нажимать-то, я что-то забыл сюда, по-моему. Так, продаем все это барахло, покупаем другое барахло. Мои-то вот. Так, это тоже бесполезно покупать, у меня и так все есть. Вот это вот говно надо купить прям дофигища. Хороший выбор. Так, ну все. Че, давай? Сюда. Подождите, а как же мне обворовать? Ладно, понятно, короче. Лучшие скидки от лучших мастеров. Пошли, Артём. Мельник... Приятного. Все ясно. Спасибо, что сумел дойти. Это почти подвиг. Я созову срочное собрание. Тебя пригласят на него тоже. И ты им все расскажешь. Все члены совета, пожалуйста, соберите. Так, там прервалось, извиняюсь. Давайте закончим уже серию, да? Все ясно. Спасибо, что сумел дойти. Это почти подвиг. Я созову срочное собрание. Тебя пригласят на него тоже. И ты им все расскажешь. Но я же не мой. Все члены совета, пожалуйста, соберитесь в зале заседаний. Повторяю, всем членам совета просьба собраться в зале заседаний. Нифига себе, у него шрам на лице. Ух, обалдеть. Проводи парня в зал заседаний. Давайте до КТ дойдем ближайший, да и закончим, пожалуй. Ох ты, ёпта ж. Офигеть. Ладно, ребят, давайте закончим на этом моменте. Всем пока, удачи. Потом продолжим. Такая вот не очень большая серия. Вот. Ладно, всем пока, удачи.